Добрый день, можно вопрос вам? Поддерживается курс президента на суверенитет? Вот видите, жена. Депутаты не хотят отвечать. Ну и тут как раз сегодня опять экскурсия, видимо, Государственную Думу. Да, сегодня у нас 14 марта 2023 год. Государственная Дума, Москва. Георгиевский переулок. Вот он, одиночный пикет. Стоит. Все для фронта, все для победы. Мы с ним за суверенитет России. А ты? Также знамя с изображением президента. Ну и очень интересный плакат. Это обращение к депутатам. Против России идет война, а у нас все еще вражеский ЦБ убивает экономику по Конституции. 75-я статья. У армии общества нет идеологии, 13-я статья. Международные проамериканские органы, ВОЗ, МВС и другие, продолжают нами управлять. СМИ скрывают правду об отсутствии суверенитета, 29-я статья Конституции. Может, пора уже менять Конституцию, товарищи депутаты? Решение народа есть от 1 июля 2020 года. Или вы ждете полного уничтожения страны? Ну вот, такое обращение к депутатам.